Здравия желаю. Вот это мини-генератор вечный. Из двух маленьких, видите, моторчиков. Вот один. Вот этот подключен и тащит второй. Вот такой же. То есть здесь их связал. Скрепил на валу. Так. Потому что какой-то рептилоид спрашивал, что никакого толку нет с этого моторчика. То есть он вечный, а проку-то нет. Но есть прок. Вот, смотрите. Напряжение выдает он на выходе 10,5 вольт. Так. И можно нагрузку вот взять. Вот 6 лампочек вот. Флуоресцентных, видите? Вот они. Сейчас даем нагрузку. Так, сейчас на лампочке раз. На лампочке навел. Подключаем лампочки на нагрузку. Так не горят. Подключаем вот так. Опа. Видите, горят. То есть генератор, вот. Генератор работает. Видите, свет горит, вот тухнет. Вот свет горит, вот тухнет. В голову смотрите. Сейчас я это, включу это, закрою триксы тут, чтобы лучше было видно. То есть генератор не мощный, но можно лампочки засветить, такие вот LED. Вот видите. Вот сейчас еще. То есть и под нагрузкой работает. Так. Садится до 8,5 напруга, но работает. То есть можно и телефоны заряжать, то есть мини-генератор, счетчик, как видите. Сматывает ничего. То есть можно и свет, и телефон заряжать. Работает, работает вечно. Нагрева нету никакого. Вот 10,54. 10,55, 10,56 выдает. Так что вполне рабочая система. А, схему просят. Сейчас схему нарисую. Так. Сейчас схему. Применяем понт. Point. Схема простая. Сейчас цвет включу поярче. Окно открыть. Значит, схема такая. Два моторчика.
одинаковые, соединенные вот на валу. Один сюда подключен через выпрямитель. Выпрямитель надо подбирать, чтобы не сматывалось со счетчика. 12 вольт, 50 ватт. Вот такой ставки, если будете делать. 50 ватт. И второй моторчик. Вот выход у него. 10,5 вольт. Половиной вольт. Под нагрузкой 6 лампочек. 6 лампочек. Вон они. LED. 8,5 под нагрузкой. То есть лампочки светят на пол накала. Но все равно их 6 штук видно. То есть это примерно лампочки, значит, по 7 ватт штука, 6 ламп 42. На пол накала примерно ватт 15. То есть 15-20 ватт выдает. Вот это. Вроде бы бесполезно, как сказал рептилоид, толку с него никакой нет, видите. Но есть толк. Опять-таки, если вот такие здоровые взять, все это подобрать, 100 раз больше. Но принцип-то в чем? Принцип их работы заключается не только в подборке вот этого выпрямителя, не в схеме, а в том, что они имеют постоянные магниты. Это раз. Первое правило, обои. И имеют большие обороты. 30 тысяч оборотов в минуту. То есть, если будете делать на низкооборотных, ничего не будет. Будет сматывать со счетчика, и выход будет маленький здесь. Не 10, а здесь 10, даже 10,6 почти. Вот. А будет выход там 5-3 вольта всего. Лампочки не засветишь, ну то есть толку не будет. И будет сматывать со счетчика. А это вот сколько уже, видите, проработал. То есть вечный мини-генератор. Вечный мини-генератор. А дальше на запчасти и будем делать уже мощные. Все дело в запчастях. Рептилоиды спрашивают, почему не делаешь. А где запчасти взять? Пенсия-то сызда маленько. Если у меня копейка какая бывает там с продажи, где-то под это, Колым у меня, где-то ремонтирую компьютеры, старые вот эти вот блоки системные, где-то продам, вот там копейка попадет, я какие-то запчасти куплю. Но серьезные моторы вот такие оборотистые, это стоит хорошие бабки. Но все равно рано или поздно возьму.